По ситуации по адресу независимости Украины, дом 5. Жители дома номер 5 по этому адресу обращались к нам в середине марта с просьбой прочистить засоренную дренажную систему. За март месяц, по словам метеослужбы, выпала более двухмесячная норма осадков. И в связи с этим по всему городу количество обращений по подтоплению дренажными водами, поверхностными водами увеличилось в разы. Предприятие просто не успевает обеспечивать все эти адреса вовремя. И это связано с тем, что метод промывки каналов дренажных осуществляется механизированным способом. Таких машин по городу всего несколько. Поэтому по данному адресу наше предприятие приносит извинения за неудобства. Работа по этому адресу запланирована на 11 апреля. Мы эту проблему решим. Что касается ситуации с дренажами по всему городу. Значит, для того, чтобы дренажи функционировали безаварийно, необходимо промывать дренажи хотя бы 2 раза за 5 лет. И тогда дренажная система будет функционировать без проблем. Но есть еще другая проблема. Дренажные воды, которые проходят по дренажным каналам, они в некоторых случаях откачиваются дренажными насосными станциями. И в случае, если происходит периодическое отключение электроэнергии по дренажным станциям, прибывающая вода просто не откачивается данными станциями. Поэтому мы должны работать совместно со службами, которые обслуживают дренажные насосные станции. Наше предприятие промывает каналы, но необходимо также обеспечивать подготовку дренажных насосных станций и откачивать всю прибывающую воду. Поэтому проблема есть. Я думаю, что в ближайшую неделю все проблемные заявки будут выполнены.